Всем доброго здравия! Сегодня буду готовить картошку с мясом тушить. У меня свинина кусочки, картошку подготовила, лук, морковочку. Начинаем готовить. Сейчас мясо немного подготовлю, посолю. Добавлю приправу для мяса и перчики. Красный, черный, паприку. И растительное масло. Перемешаю, пусть постоит. А я пока начну морковь обжаривать, пока мясо постоит. Обжариваем морковочку. Лук добавила. И вот здесь кусочки сала от свинины обрезала, когда я их потом уберу. Сейчас они немножечко дадут свой жирок. Отправляем сюда мясо. Картошку подготовила такими крупными кубиками. Мясо пусть потушится. Мясо почти готово. Я добавлю картошку. Сейчас перемешаю, добавлю соль, перчик. И пока так потушу без воды. Потом водички добавлю. Добавлю немного сливочного масла. Лавровый листик. И добавлю кипятка. Крышечкой пусть тушится. Ну вот, картошечка наша готова. Хорошо мясо протушилось и картошечка. Можно обедать. Сегодня на обед у нас картошка с мясом, да, свининкой. Еще салатик у меня из свеклы с чесночком, огурчики. Колбаска и капуста. Капуста покупная.
чай с яблоком. Будем пить. Всем приятного аппетита! Будьте здоровы!